Непрекращающиеся боевые действия в Донбассе и тяжелая экономическая ситуация вынуждают все большее число украинцев искать лучшей жизни в соседних, более благополучных странах. Уже почти 125 тысяч человек подали документы на получение венгерского гражданства. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Виктора Орбана. При этом свыше половины пытаются получить паспорт незаконным путем. Из-за этого усилились бдительные пограничники. Они теперь проверяют знания венгерского языка прямо на пропускных пунктах. Но и тут украинцы находят лазейки. Чтобы избежать экспресс-тестов, едут через соседнюю Словакию. Многие молодые люди, бегущие от мобилизации, предпочитают переждать смутные времена в Польше. Их ждут неплохие скидки на обучение в местных вузах. А если доказать наличие польских корней, можно вообще не платить, выяснили украинские СМИ. Удивительно, что больше половины всех иностранных студентов там именно с Украины.